Значит, коллеги, смотрите, что нам потребуется для того, чтобы сделать ваших чат-ботов. Значит, мне потребуется от вас, во-первых, чтобы на вашем компьютере была установлена программа TeamViewer. Какая? TeamViewer, TeamViewer или как хотите. Вот так она выглядит. Вот у меня уже есть он. А, есть, у меня есть такая. Да, да. Значит, у кого она есть, пожалуйста, запустите ее. И вот тут вот в Help выберите «Проверить новую версию», чтобы у вас была новая версия, потому что я кому-то подключал, и, видимо, там она не обновлялась с момента установки. У меня, да. Да, поэтому проверьте новую версию. Если он скажет, есть новая версия, скачивайте. Первое, TeamViewer. Потом, необходимо, чтобы у вас был браузер. Ну, то есть, вот, например, я сейчас открыл Chrome. И чтобы вы в этом браузере могли в один щелчок, без всяких вводов, паролей и так далее, входить, например, в вашу почту. Вот я, например, для удобства, видите, закладочки сделал. Вот бац, вошел в свою почту. То есть мне потребуется доступ к почте, которой вы пользуетесь, потому что мы на нее будем регистрироваться. То есть первое, браузер с возможностью войти в почту. Второе. В этом браузере, чтобы можно было войти в ваш контакт. Вот. В этом же браузере, чтобы опять же в один щелчок вы могли войти в свой Facebook. Понятно? Теперь по вот этим социальным сетям ВКонтакте и в Фейсбуке у вас должны быть публичные страницы. Ну, для контакта можно группа или сообщество, да? Понимаете разницу, в чем публичная страница от группы отличается? Ладно, нет, может это, быть разница. Публичная это как личная личка. Нет, а группа, нет, это принципиально неверно. Вот я вам сейчас показываю свою личную страничку. Это моя личная страничка. Это для ведения кошечек, собачек и так далее. И еще есть два инструмента для ведения бизнеса. То есть группа — это тоже, когда вы ведете какие-то бла-бла-бла, лу-лу-лу, да? А публичная страничка – это аналог сайта. То есть публичная страничка имеет самый большой функционал по продвижению бизнеса. И вот если для контакта можно иметь либо группу, либо публичную страницу, без разницы. Даже мероприятие можно иметь. Вот контакт тут ему параллельно, потому что и в группе, и в публичной страничке ВКонтакте можно подключить то, что называется сообщение. То вот для Фейсбука вы должны иметь не просто группу, вы должны иметь страницу. Вот видите, в разделе «Страница» у вас должна быть страничка. Абсолютно неважно, есть там у вас какие-то подписчики, заполнено, не заполнено, точно так же и группа, оформлена, не оформлена. Главное, чтобы она у вас была. То есть ее нужно создать. У кого этого нет, можете сказать? Ну, у меня как бы все это есть, только да. Страничка в Фейсбуке, я практически туда не хожу. Еще раз говорю, вам не обязательно ей пользоваться, ходить в нее не надо. Главное, чтобы она была, страница именно, понимаете? Потому что именно через эту страницу будут отправляться сообщения, только вот если у вас есть страница, можно будет через нее отправлять сообщения в личку в этих социальных сетях. Идея понятна? А следующее. Вам на компьютер нужно установить Telegram. То есть вот видите, у меня стоит Telegram на компьютере. Вам нужно его скачать с официального сайта. Кому-то это даже делал, скачивал. И не веб-версию, а именно приложение скачать. То есть зайдите, скачайте. Телеграм тоже должен быть у вас на телефоне вначале. То есть вначале устанавливайте Телеграм на телефон. Опять же, будете пользоваться им, не будете, это абсолютно не важно. Главное, чтобы он у вас был. И потом нам нужно поставить Телеграм на ваш компьютер. Если это будет сложно сделать, главное, чтобы он у вас был на телефоне. Я тогда на компьютер вам установлю. И вам нужно иметь на вашем телефоне Viber. Опять же, пользуйтесь, не пользуйтесь, абсолютно не важно. Главное, чтобы у вас на телефоне был Viber. Это понятно? Записали? Ну, у меня все есть, я поэтому не записываю. Ну, понятно, отлично. Записали. Игорь, скажите, а второй вот ноутбук, то же самое делаем, все то же самое делаем.
соответственно. Я прошу прощения, можно я прям на 30 секунд перебью? Давай. Игорь, там еще одна ошибка. Бескорыстная буква «С» там должна быть. Ну, одно радует, что не я один безграмотный человек в нашем чате. Так, где? Где бескорыстная, где у нас? А вот, а, без, да, «С», перед «К» «С». Я хотел «без» написать, именно «без». Вот, вот теперь правильно. И, да, это у вас на странице висит? Где мне его взять-то, вот это красиво оформленное? Ну да, это... Все, поняла. Я во всем своим соцсетям все это выложил. Все, поняла. Все, вот спасибо, так, прошу прощения. Я вот сейчас ссылку скину. Так, значит, по чат-ботам, девчули, понятно, что нужно? Угу. Все, значит, готовьте, и завтра я вам их сделаю, запишу, как это все делается, будет запись. И на основе этого можем даже сделать там какой-то... Вера, во сколько завтра? Стрелка? Ну, смотрите, я, наверное, уже освобожусь часам 12, но, может быть, с 12 я буду в офисе, и в офисе можно будет это делать. Потому что я в офис 12. Завтра пойду, сделаю из дома, потому что если записывать, хочу хорошее. В общем, с 12. Да, с 12 начнем переписываться и делать. Угу. Так, теперь, значит, завтра бы мне, конечно, потому что чат-боты это быстро, я каналы подключу. Мне бы, конечно, хотелось бы решить по вашим сайтам. Я вот беру пример сайта «Любовь Колганова», потому что у вас он будет, ну, где-то такой же, с таким же шрифтом, потому что мне он больше всего понравился. Вот смотрите, что мне нужно будет от сайта. Вот это вот запишите. То есть первое и основное, что потребуется. Это ваша фотография. Та, которая вам нравится и которая была бы качественной. Записали? Угу. Ее потом можно будет поменять? Нет. Понятно. Да шутка, конечно, можно. Но лучше делать сразу, потому что вы же начнете сайт рекламировать. И понимаете, смысл какой? Люди должны привыкать к какому-то вашему единому образу. То есть это та фотография, которая должна быть у вас в аватарках ваших социальных сетях. Чтобы у людей не было разрыва стереотипов. Потому что если человек переходит на ваш сайт из социальной сети, где он видел вашу аватарку, либо даже из того же WhatsApp, он же видит вашу аватарку вот в WhatsApp, видите? То есть почему мы вначале хотели вот такую аватарку на белом фоне? Ну потому что у нее она такая в WhatsApp. И у нее много людей переходят с WhatsApp. Вот тут он увидел одного человека, а здесь как бы другой человек. Это неправильно, понимаете? Поэтому с фоткой продумайте. Давно уже нужно было сделать качественную фотографию. Вот это, кстати, профессиональная фотография на хороший объектив. Вы даже видите размытость заднего фона. Это делает хороший профессиональный объектив. Но она так и говорила. Значит, первая фотография. Второе. Ваше позиционирование. Кто вы? Аромапсихолог, ароматерапевт, предприниматель. Вот как вы себя позиционируете? Понятно? Угу. Дальше. Нужно хотя бы два абзаца, почему вам можно верить. Ну, то есть это закрепление. Вот. Что вы делаете, какие ваши результаты? Коротко. То есть человек прочитал и понял, что есть смысл с вами общаться. Чтобы уже, может быть, сразу у кого-то возникло желание нажать вот на кнопочку, написать вам вопрос в WhatsApp. Вот эти абзацы, пожалуйста, продумайте. Вот у них у всех, посмотрите, вот видите, три абзаца. Один на два предложения, второй на три и один там на одно. Могу, конечно, оставить что-то похожее, но если вы аромапсихолог и предприниматель, но вы все у нас аромапсихологи или ароматерапевты и все предприниматели. Вот, это понятно? А вот этот кусок, он по большому счету, ну, практически не меняется. Ну, можно что-то подправить. То есть, если вам не нравится, конечно, что здесь написано, мне не очень нравится. Может быть, там у кого-то другое видение, что написать, напишите, да?
А вы сбросьте вот это вот, как бы, вот я же не скопирую здесь, не смогу. А что, ссылку на сайт Колгановой, это слабо где-то, вот, я его 100 раз уже в чат кидал, ну давайте еще раз в чат кину. Что там говорят? И все. Так, ссылку на сайт. Все, я поняла. Ссылку на сайт кинул. Значит, новости – это вот такая страничка. Она, в принципе, готова. По большому счету, я даже не предлагаю вам тут что-то придумывать. Я вам сделаю аналогичную. Да? Вот я вам не предлагаю за подписку на ваши новости давать какие-то подарки. Потому что люди, которые подписываются на ваши новости, они должны подписываться на вас. Это люди, которые попадают с вашей странички, прочитав какие-то ваши тексты, с ваших прямых эфиров, с каким фигом им чего-то еще давать. То есть подарки – это вот если мы привлекаем людей, которые вас не знают. Поэтому для новостной вещи ничего я от вас не потребую, я сделаю все это по аналогии сам. Дальше, магазин. Значит, вот такой магазин, как «Любовь», я, наверное, больше никому делать не буду, потому что это полноценный магазин, то есть здесь можно выбирать какие-то продукты, вот, складывать их в корзину. Вот. А почему не будет, интересно? Ну, потому что это долго, нудерно, и, скорее всего, я второй магазин на этом домене не сделаю. Вот, и все-таки мы с вами не продавцы, мы все-таки рекламные агенты, а здесь вам придется самому делать всю цепочку и прозванивать клиента, и общаться, и деньги собирать. Хотя все, как это делать, я уже рассказал, во всяком случае, Любовь рассказал, можно даже собирать без налогов. То есть это уже полноценный магазин, который работает, причем через WhatsApp. То есть все общение идет в WhatsApp, вам даже не надо будет входить в эти страшные вещи, которые называются консоли сайтов, видеть эти заказы. То есть ну, не так много у вас будут заказывать, и вы, общаясь с человеком в WhatsApp, все это будете видеть. То есть, например, там заполняете телефоны. Вот способы оплаты, например, там карта Сбербанка, либо просто карта, купона на скидку у меня нет, то есть заполнен, вот все мне показали, сколько я забрал, всегда стоит самовывоз, чтобы не рассчитывать стоимость доставки, хотя можно, чтобы магазин рассчитывал доставку, но тогда там нужно будет прописать, чем вы отправляете, сколько будет стоить, и он будет сам рассчитывать. Сейчас стоит только самовывоз. То есть человек либо к вам приходит на склад, а где ваш склад, вот тут внизу все есть. Кстати, мне нужны будут еще контакты ваши, вот где вас искать, как вы работаете, у кого склады. Ну, то есть вот эти вот все полные контакты мне тоже от вас потребуются. И ссылки на те социальные сети, которые вы продвигаете. Вот, все, нажимаем дальше. Заказ сформирован, админ напишет вам в течение 6 часов. Благодарю, заказ сформирован. Нажмите на зеленую кнопку ниже для отправки заказа админу. То есть человек нажимает на зеленую кнопку, вот, и если это делается с телефона, то открывается автоматически. Я это делаю с компьютера, поэтому мне вот задаются всякие вопросы, типа там WhatsApp Web открыть. Все, сразу этот заказ формируется. И сейчас я его отправлю. Вот он, видите, то, что я заказал. Нажимаю «Отправить», и Любовь от меня получает, вот, что я заказал. Гелиократ, аглиократ, тысяч номер заказа, как оплачиваю карту Сбербанка, кто заказывает его контакт. Это ссылка на сам заказ, чтобы убедиться, где он там лежит и так далее. Все, с человеком начинаете переписываться, объясняете им, как можно оплатить, то есть нюансы решаете. Ну, то есть вы с ним переписываетесь в WhatsApp. Обычная, привычная вам переписка. Все, вот такой вот интернет-магазинчик. Ну, если кому-то очень это нужно будет, в принципе, могу сделать. Хотя хочу делать так, как я это сделал для Татьяны. У нее не совсем интернет-магазин, у нее
просто-напросто сайт-прокладка. То есть продукты нажимаешь и переводит на наш официальный интернет-магазин по вашей реферальной ссылке. Ну, покажите, можете сейчас показать, объяснить, Татьяна, как это выглядит, чтобы понять? Ну, вот смотрите, Панарина. Так, где я? Я хотел это рассказать на планерке, но что-то как-то никак не соберусь и что-то не знаю, не хочу уже. Вот сайт Татьяны Панариной, он похож. Вот просто тут у нее, смотрите, еще какая вещь. Вот у нее, во-первых, записи ее прямых эфиров все, а магазин у нее работает очень просто. Вот нажимаешь сюда на магазин, и списки той продукции, которую она пишет у себя на страничке. Вот она разбита по разделам, там дети, масла, суставы. Вот основные продукты, о которых она рассказывает у себя на странице. Ну и весь каталог. То есть человек попадает вот на такую страничку, конечно, на телефоне это все смотрится более красиво, это под мобильный телефон сделано. Вот куда бы человек ни нажал, на картинку, на название, он переходит по реферальной ссылке Татьяны на наш официальный магазин, где он уже делает заказ, и все работает на полном автомате. То есть Татьяне нужно просто прорекламировать и перевести человека по своей ссылке на официальный магазин. Дальше уже работают сотрудники магазина, она всеми этими переписками не занимается, ей это не нужно. Это вот, с моей точки зрения, наиболее правильный подход. Если хотите все сами впахивать, конечно, тогда можно делать магазин, как у Любовь Колдак. Мне от вас потребуется ваша ссылка на прямые эфиры, лучше не сокращенную, потому что она тут спрятана будет вот за этой кнопочкой. Да? Ссылка на тренинг-центр, сейчас она у всех одинаковая, поэтому она мне от вас не потребуется. То есть от вас ссылка ваша на прямые эфиры и какой вы будете делать магазин. Я вам все-таки предлагаю сделать вариант, как у Татьяны. Это точно я сделаю. Если разберусь еще раз, смогу подключить второй интернет-магазин на этом же домене, как у Любовь Колгановой, в принципе, могу сделать, как у нее. Вот, теперь что еще? Мы попробовали, не знаю, как это будет работать, то есть она особо никого не приглашает на свой сайт, поэтому обратной связи нет. Что это такое? Это квиз, квиз-опрос. То есть это возможность человека, какой-то диалог вести. Ну, вот у нее не очень, конечно, развитый квиз. Здесь все варианты «да», «нет». Извините, это как-то уж очень-очень просто. Варианты ответа «да» или «нет», как-то не очень. То есть если бы здесь были более такие интересные ответы, то можно было бы о человеке узнать более подробно. То есть человеку задается 9 вопросов, он просто отвечает, выбирая правильный ответ. По результатам этого опроса формируется какой-то отчет, он может быть отправлен ему на почту. Но самое главное, что вы получаете контакты человека, который прошел этот отчет. Вот. И, в принципе, с этим человеком можно попробовать дальше уже поговорить о чем-то. То есть он прошел какое-то собеседование вот такое. Это сейчас модно, это сейчас народу нравится. Вот результаты, которые он сделал. Результатом можно поделиться. Не знаю, возможность такая есть. А почему Люба это не сделала? В чем это заключается, если это сделать? Как Люба это не сделала? Люба это сделала. Вот это опрос на ее сайте. Просто она предложила какие-то очень простые варианты ответов, да или нет. Но она просто взяла какой-то готовый опрос, и я на основе него и сделал. Если посидеть, можно сделать более интересно. В общем, надо еще на страничку, на свою, да, вот эти квизы по тематике, я так понимаю. Да, если вы хотите. Вопросы, да. Как у них хорошую было вот на этом. То есть можно сделать. То есть сейчас такая возможность. То есть, короче, сейчас есть возможность и делать квиз-опросы на страничке. Но чтобы его сделать хорошим, нужно подготовить хороший опрос, понимаете, не с очень простыми ответами. Потому что вначале я и делал такой квиз, который просто листался пальцами. У него два варианта, да или нет, и там налево-направо, налево-направо. Он так прям с мобильника же проходит.
А вот для такого квиза, как я вам показывал, где выбирать ответы, ну, варианты ответов да или нет, но это как-то не очень хорошо. Но это с моей точки зрения. Вот, дальше бланк консультации. От вас, чтобы этот бланк работал, потребуется почта Gmail. Вот, ну и дальше уже все ваши контакты. Вот, в принципе, и все. Вот все, что мне от вас требуется, для того, чтобы можно было сделать нормальный сайт. Вопросы есть какие-то? Пока нет, завтра будет, наверное. Все понятно.